Торжественная литургия и большой концерт. Так в Сыктывкаре отметили 20-летие хиротонии епископа Сыктывкарского и Воркутинского Петерима. На праздничной службе побывала и Татьяна Супряткина. В Свято-Стефановском кафедральном соборе не протолкнуться. Но сегодня здесь много не только прихожан, но и священнослужителей. Повод для праздничной божественной литургии более чем торжественный. 20-летие хиротонии правящего архиерея Сыктывкарской и Воркутинской епархии Петерима. Сам владыка признается, за два десятка лет епископства сделано немало. Сегодня в республике открыты двери 170 православных храмов, и количество их только растет. Сейчас возводится еще 60 церквей. Большие успехи и на образовательном поприще. Просуществовавшее 18 лет духовное училище теперь переместилось в Сыктывкарский госуниверситет, преобразовавшись в факультет богословия. Я рад, что все это время я строил, жил, молился с моей любимой паствой Коми Зырян и всеми народами Севера. Полюбил Север еще больше, чем когда 33 года назад приехал, рукоположился в декана, потому как здесь у меня и мама игуменья монастыря Ипского женского, она похоронена 10 лет назад, была здесь именно, поэтому же земля это святая, земля это для меня родная. Владыка отметил, особенно отрадно видеть, что прихожан в храмах с каждым годом становится все больше. Именно это, по его словам, для него самый главный показатель трудов епархии. Татьяна Супряткина, Егор Ильченко, Олег Костромин, телеканал «Юрган», Сыктывкар.